Всем приветики. Был у меня теннисный мячик, а у теннисного мячика был я. Но вот мне захотелось узнать, что внутри этого теннисного мячика. И, естественно, мы сейчас его откроем. Там где-то должен быть шов. А вот он чувствуется. Ну-ка. Ова. Ха. Сейчас мы его. Так. Так. Сейчас. Так. Так. Ого. Так. Сейчас. Мы все откроем. Что-то как-то сложно его открывать. Но мы не сдаемся. Так. Хотя здесь шов на этой вот ткани. Вот тут, а на самом деле внутри совсем в другом месте. Вводят у нас в заблуждение. Так. Так. Ну, она такая ткань, что она просто так не рвется. Даже если он внутри поломается, как это случилось у меня, то ткань так открыть просто не получится. Она еще сама его неплохо удерживает. И поэтому еще можно им будет какое-то время пользоваться. Пока сама ткань не порвется. Так. Плюс она еще приклеена к нему как-то так. Ого, вот он ломается. То есть получается, что тканью, вот такой вот тканью обклеен такой вот шарик. Но он не резиновый, он какой-то, я не знаю. Ой, что это вообще такое? Как какая-то твердая картонка какая-то такая. Вот жмешь ее, и она сразу ломается. Ну, резина бы, естественно, так не ломалась. Что-то типа картона, только более твердая. А я думал, это резина, но я ошибся. Да уж. На этом все. Всем покедова.